Всем привет, с вами снова я, Шарджихан. На этот раз я начал управлять лампочками с помощью потенциометра. Если я кручу потенциометр направо, лампочки включаются. Если кручу потенциометр налево, они отключаются. В прошлый раз у меня была обычная лампочка, но в этот раз у меня RGB LED. RGB означает синий, зеленый, красный. Это значит, что в одном лампочке бывает 3 света. В прошлый раз мне было сложно делать вот такие проекты. Мы все делали неправильно. Но в этот раз мне стало легко. Теперь я знаю, как их подключить. Теперь мы будем изучать новые проекты, так что ждите моего нового интервью.